А у меня в кармане гвоздь. А у вас? А у нас сегодня гость. А у вас? Сквер центрального проезда – одна из главных праздничных точек. Здесь проходят мероприятия для маленьких жителей Ивантеевки. Впервые праздник состоялся в 1950 году, а узаконили его во Франции на форуме женщин. И тогда и сейчас этот день как напоминание о правах ребенка, о соблюдении его интересов, о создании условий для счастливого детства. Современность дает свой акцент, от чего нужно защищать наших детей. Особенно сейчас, когда очень много машин, это в первую очередь соблюдать правила дорожного движения. От компьютера, наверное. От телефона. А врагов? От непорядочных взрослых защищать. От подростков некультурных. Главное, от болезней, чтобы дети не болели. День защиты детей отмечается в 60 странах мира. Сегодня в сквере центрального проезда аниматоры и мастер-классы. Это трансформер. Получается мороженое, цирковая арена, крепость, звезда. Детские учреждения и творческие коллективы сегодня рассказывают, показывают, учат. В интерактивном концерте принимают участие Ивантеевский театр, студии «Премьера», «Синий квадрат», ансамбль «Сударушка» и многие другие. И каждый маленький участник праздника не только зритель, но и исполнитель, который поет, танцует, лепит, складывает, рисует, принимает решение, чем хочет заниматься. День защиты детей в нашей стране отмечают с середины прошлого века. И уже не одно поколение российских ребятишек защищено праздником. Мне кажется, что в советские времена, наверное, еще появился. Вот как я помню себя маленькой, вот был он праздник. Но его так не отмечали, конечно. Угу. Просто мы знали об этом, говорили, скажут по телевизору, день защиты детей. У праздника есть свой флаг. На зеленом фоне изображены дети разных народов, которые обнимают планету Земля. Ивантеевцы готовы изобрести свой флаг Дня защиты детей. Дети, улыбки. Солнце, радуга, дети. Синий, черный, белый. Зеленые, наверное. По данным Росстата, в России детей до 15 лет 18% от населения страны.